this is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Ты на канале Zelmax Games, с тобой Максим, и мы продолжаем с тобой играть в Undead. Сегодня мы идем с тобой в логово доктора Уэндела Талли, который находится вот здесь под водой. Но перед тем, как мы с тобой пойдем, я нахожусь на краю, вот видишь, здесь сарая. Здесь у нас есть кресло и есть у нас бита. Я так понимаю, нам нужно забраться куда-то наверх, что-то сверху есть. Бейсбольная бита бомбар вы обнаружили. Так, мы отправляемся с тобой на какое-то кресло. Кстати, если понравилось мое прохождение, то игрушка, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. Приятного ей просмотра. Так, смотрю, есть леденец. Огромное количество муравьев. Так, ну, нет. Round red black. Нужно вот сюда, на молоток, да? Ой, сколько всего тут. Какая-то живность сумасшедшая. Так, и можно прыгнуть вон туда. Давай, попробуем. Что у нас здесь? Какая-то курительная трубка, да? Грязная пепельница. Для чего? Что у нас здесь? О, так, а эта вещь хорошая. Это ногти. Я, кстати, это находил. Ногти нам нужны для чего-то создания. Ладненько, в принципе, я это пока брать не буду. Если что, то потом сюда еще вернемся. Что? Полноразменный кусь. Ого. Но это... Подожди, это кусь, который крепится, да, на руку. У меня он маленький, это большой. Так, здесь нужен молот третьего уровня. У меня есть. Открываем. Кстати, предохранитель дал мне бургл после того, как мы соберем все 4 его основных чипа. Вставляем. Activation Pro. Activation Pro. Activation Pro. Так, подожди, а каким образом? Ага. Пусть работает. Передача биометрии в Уэндел Талли. Передача биометрии завершена. Скачен аудиофайл доктора Уэндела Талли. Название «До свидания». Здравствуй, мой дорогой друг. Я не знаю, кто ты и откуда на твоем кусе это сообщение, но скажи им, что я сделал все, что мог. Труди Тору, малышке Саре, всему миру. Закатное солнце заливает своим светом наш двор, а меня захватывает воспоминания. Я сижу на этом стуле, моем любимом стуле. Стуле для размышлений. Боюсь, эту красоту я вижу в последний раз. Мое время почти истекло. С каждым днем мое тело усыхает все сильнее и сильнее. Мой кусь едва держится у меня на запястье. Умпро, мое величайшее достижение, провал. Последняя глава в моей истории провалов. Да. Возможно, будучи в одиночестве, без семьи и неизбежности бургла, я наконец найду лекарство от чертова усыхания.
Perhaps I can finally find a cure to this damnable reasoning. So... И это мое последнее приключение в миниатюрном мире. Я ухожу из-под света солнца в неизвестность. Я либо получу ответы, либо сгину во тьме. Время отправиться в лабораторию под сараем. Доктор Уэндал Талли, конец записи. Прощайте. Так-так-так... Так. Вот наше сюжетное задание сразу появляется. Видишь, я прохожу для тебя все, как могу, да. В принципе, здесь у нас ногти. Здесь у нас в трубке ничего. Кстати, включить нельзя вот приемник. Но я думаю, нет. Да. Не, ну хотя... Там какие-то кнопки есть, конечно, да. Для этого нужно, конечно, будет сюда траву. Да ну не-не-не-не, ты что? Точно нет. Так, в принципе, что мы делаем? Мы с тобой идем, конечно же, на основное сюжетное задание. Я надеюсь, мне хватит эликсиров, мне хватит бинтов, потому что что меня ожидает, я не знаю. Хотя, если честно, я тебе хочу показать, я взял немножко еды, где-то утолим жажду. В принципе, инвентарь уже почти наполовину забитый. Я понимаю, что куда я иду в новую локацию, всегда что-то есть с огромным количеством. Я беру целую кучу рецептов. Ну и ресурсов новых нахожу. Кстати, может быть, найдем кого-нибудь, нового какого-то противника. Посмотрим, увидим. Так, значит, ориентировка. Вот это вот банка. Кстати, что в банке есть? А в банке ничего. Хм, я бы зубик сюда спрятал бы. Ладненько. Подземный вход. О, нифига себе. Так, биометрический сканер, да, давай приложим ладонь, и нам откроется доступ. Та-да, найдите лабораторию Эндала под сараем. Нашел. Так, что у нас здесь есть? Осколки соли, исцеляющий бурдюк. Ну, это восполнение жизни. Слушай, я возьму, наверное, на всякий случай, да? А вдруг перейдется. Так, осколков соли много. Кстати, давай-ка я сейчас, наверное, возьму факел в руки, да, где-то что-то будем подсвечивать, потому что я не знаю, что мне ожидает дальше. Так, взрывчатка. Берем. Кстати, взрывчатка липкая, да, выпала? Да-да-да, я ни разу липкую взрывчатку не создавал, кстати. Так, что это у нас такое? Это у нас с тобой здесь пух лежит. Это ягодная кожа. Так, это у нас изучение, анализатор. Что у нас здесь? Бургер, еда. Так, запись. Работа в темноте сводит меня с ума. Я слышу каждую тень в абсолютной тишине. Я слышу какие-то шепоты. Но больше всего я скучаю по своей семье. Вот его как. Труди, ее ухмылка, как она закатывала глаза на мои дурацкие шутки. Сара, мой маленький ангелочек, как она прыгала в моих объятиях каждый раз, когда я приходил с работы. Тори, его очередная одержимость. Что там было? Замок Молдорк? Нет, человечье. Папа, что значит мне не нужны фигурки человья? Ты их видел? Ты знаешь, кто такой человей? Круто, варвар, воин, инсектоид с разумом человека. Хм, насекомое с человеческим разумом. Интересно. Хватит, Уэндал. Темнота просто сводит тебя с ума. Сосредоточься. Сморщивание крупицы истина где-то рядом.
Так, подожди, давай сейчас еще покачаем по зубикам. Зубиков 8 обычных молочных. Качаем, качаем, качаем. Давай качаем, наверное, максимальное время. И возникновение голода, жажды прокачиваем. Так, по группе мегазубков у меня доступно 5. Качаем максимальный объем пачки ресурсов. Супер. Но на все остальное, конечно, уже ничего не хватает. Так, пошли изучаем нашу локацию новую. О, боже мой. Где это я? Полегче. Бесценничего, Макс. Всего-то холодная, затахлая пустошь смерти и ужаса. Прикольно. И правда, крошка не то чтобы мне это помогало. Слушай, я даже не знаю, что тут творится, но... так, целая куча жуку. Ого, два жука сразу. Кстати, вон зубик. Смотри, вот он. И можно попробовать взять его, да? Там укрепится знание у нас, да? Ладно, будем собирать. Слушай, ну здесь локация, конечно, большая. Так, чтобы купить сознание не взять, нужно пойти по вот этой трубе. Та труба у нас. Ой-ой-ой-ой, с той стороны. Кто-то уже не атакует. Так, я могу забраться? Да, я забраться могу. Ладненько, пошли. Давай сейчас поверху. Здесь какие-то еще мушки летают. Я думаю, этого мне пока что не надо. Так, а вот насчет спуститься вниз, я даже не знаю. Термиты есть. Так, а это у нас фонарик, да? Какой-то свет. Прикольно. Кстати, опять где-то зубик есть. Но, блин, как-то сейчас не до зубика. Я вообще без понятия, куда мне идти. Здравствуй, клещ. Я очень рад тебе. Так, еще один. Свободен. Так, здесь у нас камни, я смотрю, есть. Что это такое? Это какая-то жвачка или что это? Что такое свисает? Непонятное. Ладно, пошли дальше. Так, еще одна крупица знаний. А, для чего? Кстати, а что такое вот это? А. Это атаковать не надо, да? Не, ну я просто смотрю, что-то непонятное. Слушай, что вот это такое? Гвозди и там какой-то просвет. Подозрительное. Так, а здесь можно прыгнуть вниз, да? Слушай. Так, а здесь, получается, мы можем спуститься еще куда-то вниз. Да. Не задача. Не задача. Ладненько, давай сейчас прыгнем вот сюда. Короче, это у нас труба. Я не знаю, куда труба ведет вообще. Давай посмотрим. Обнаружена лоза. Клещи. Чтоб их. Кстати, по поводу жажды по воде. Если я захочу пить, у меня есть... я создал вот такой вот фляга с угольным фильтром. Можно фильтровать воду, любую воду, даже грязную. Так что я от жажды не умру. Что у нас здесь? Зубик золотой. Понятно. Ладно, давай добудем.
все-таки не зря я сюда спустился. Ну тут, в принципе, больше ничего нету. Так, что у нас здесь? Есть возможность, вот где-то показано было по обнаружению, да, ресурсов, сияющий панцирь. Это жуки быстрые, которые блестят. Здесь они должны быть. Если будет возможность их здесь поубивать, то это будет, конечно, очень круто, потому что есть вероятность потом создать могучий камушек, чтобы прокачать уровень оружия, любого уровня оружия, еще выше. То есть они очень редкие. И сложно их поймать. Кстати, они очень быстро зарываются под землю. Да, блин, это, конечно... Слушай, в принципе, можно спуститься вниз, да? А можно пойти еще туда дальше? Так, ну я даже не знаю, куда идти дальше. Я вот думаю, может быть, где-то вот здесь попрыгать. Так, тихонечко. Как-то факел мой вообще, конечно, светит так уникально, да? Почти ничего не видно. Я не думаю, что моя стратегия по истреблению попросту здесь пригодится. Да, блин, сейчас... Паук-волк, да, откуда появился. Так, термит еще. Да ну, вы че? Ну, хватит, может, а? Так, термита желательно убить сразу, потому что он пойдет за помощью потом. Где-то будет просить кого-то. Подземный провал. Подземный провал. Ох ты, блин, нифига себе, что тут творится. Слушай, я вообще без понятия, куда мне нужно идти. Но, может быть, да, в провал все-таки пойти. Кто тут? Термит. Термит-солдат. Чтоб его. Кстати, по термитам я могу так сказать. Вот клинок, да, клещевой, он не сильно, конечно, носит урон. А если топором бить вот клещей, точнее, термитов, да, термитовым топором, он очень мощный против термита. Ладненько. Пока бегаем, просто смотрим, изучаем локацию. Привет. Так, давай топором. Еще один! Да ну, вы что делаете? Так, ладно. Минус один. Свободен. Так, ну, смотри, значит, там у нас какая-то труба есть, да? Для чего-то. И здесь у нас труба есть. Кстати, по трубе можно вот откуда-то тоже выйти потом. Блин, я, если честно, я вообще без понятия. Чё это, куда это? Чё у нас тут такое? Куча пуха, да? Комок пуха. Но, блин... Без понятия. Так, ладненько, давай, значит, спускаемся сюда. Мы идем с тобой в провал. Вау. Так, есть ресурсы. Ржавчина. Даже травка есть, нифига себе. Так, леденец, хорошо. Я так понимаю, что-то находится у нас внизу, да?
Подземный провал. Ну, может, там где-то вход будет, в лабораторию. Так, ну и что мне делать? Мне что, прыгать? Не, ну у меня есть-то, конечно, да, вот. Уху-ху-ху, личинки! Ух ты, блин, нифига себе, сколько их здесь! Ты... Вот это клондайк, я понимаю, где теперь искать вот личинки наши. Глянь, сколько их здесь, офигеть! Не, это реально их очень много здесь. Здрасте. Москит, привет. Бля, что делает? Давай, иди сюда. Свободен. Так, ну давай-ка мы сюда с тобой прыгнем. Здесь тоже у нас целая куча куколок. Кстати, обратите внимание, да, у нас здесь много паутины. От кого? Я все-таки в курсе, знаю то, что здесь кое-кто у нас есть, да? К сожалению, я поисковую систему выключил. Причем тут у нас где-то существует черная вдова. Блин. Так, там у нас москит полетел. Слушай, все-таки в трубе как-то можно, наверное, попасть. Может быть, прыгнуть вон туда? Слушай, а вот дно вообще здесь есть или нету? Нет, просто интересно. Так, если это черная дыра, где-то ее хижина, да, желательно лучше, конечно, бы атаковать где-то сверху, хотя бы немножко стрелами ее пострелять, а потом ее идти атаковать, потому что дальше будет, ну, очень смертельно. Ага, смотри, внизу есть еще какая-то труба. Это что было? А, вода! Ой, блин. Так, ну слушай, для воды я вообще ничего не взял, да? Так. О май гад. Да, я был прав. Я был прав. Значит, есть проблема. Проблема будет заключаться в том, что мы сейчас можем напасть на нее. Где с ней сражаться? Ну, может быть, где-то здесь, конечно. Не вот там, не внутри. Потому что будет мне очень неприятно. Так, там будет у нас небольшой, видишь, просвет света. Хотя бы где-то что-то буду лечиться. Точнее, не лечиться, а возьмем, достанем мы сейчас с тобой щит. Все, атакуем. Черная вдова. Это мини-босс. Слушай, а в воду упади, пожалуйста. Я знаю, что пауки не умеют плавать. Ну, блин, это реально будет прикольно, если он утонет. Я просто все ресурсы заберу с него, да и все. Блин, травануло меня. Вот гадость. Слушай, так, давай немножко вот сюда где-то подойду. Так. Лечимся. В
принципе, по Черной Вдове маленьких пауков пока что не вижу. Есть вероятность того, что мы, да, вот сейчас ее быстренько завалим. Так, давай подкрепимся. Нет, 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 дорогуша, ты не в моем вкусе, я тебя сейчас убью. Так, с Черной Вдовы, конечно же, ресурсы я все, которые только будут, я все возьму. Ждем, ждем. Есть, восстановилось чуть-чуть. Блин, конечно, отравила меня зараза, вот чтоб ее. Есть! Готово! Так, готово. И что мы с тобой делаем? В принципе. Так, конечно, яд действует еще на меня, да? Плохо. Заходим внутрь. Черную вдову мы с тобой убили. Это был мини-босс. Хорошо ли я, что не зашел сюда? Да, хорошо, потому что видишь, маленькие паучки вот здесь вылазят. Если бы мне еще паучихой и паучки поатаковали все вместе, но было бы мне, конечно, очень-очень больно. Сейчас мы с тобой посмотрим, что здесь есть. Так, здесь у нас есть зубик. Давай, зубик мы, конечно же, берем. Черт. Так, дайте мне взять, пожалуйста. Блин, такое чувство, как будто мне надо вот разбить пару коконов. Коконы разбиваешь, и сразу появляется целая куча пауков маленьких. Кстати, с коконов, видишь, выпадают всякие там ресурсы. Маленькие пауки такие быстрые, конечно. Терпеть не могу их. Кстати, маленькие тоже очень сильно травят. Вот реально большой Черная Вдова травит и маленькие травят. Чё? Тут еще? Да не, вроде все. Есть. Мегазубок взял. Мегазубок взял. Так, находясь здесь, я смотрю, что у меня идет отравление. Так, и это у нас еще какой-то один выход. О-о-о-о-о. Так, выход идет куда-то наверх. Куда? Зачем? Я иду правильно? А куда это я иду? О, блин, сколько вас здесь, нифига себе! Да, вышел на свою голову. Слушай, их и сзади еще два. Офигеть. Чего вас так много здесь? Так, выносливость. Самое интересное, что я их уже тут убиваю целую пачку, блин. Они лезут и лезут. Только не говорите, пожалуйста, что здесь еще одна Черная Вдова, потому что я, в принципе, готов, конечно, с ней сразиться, но не хотелось бы. Так, с этих обычных пауков берется только паутина, больше ничего. О, слушай. А мне кажется, я вышел туда, куда надо. Гля, какой-то вход. Исследуйте лабораторию, чтобы найти следы доктора Талли. Опа-на. Так, давай посмотрим, что тут у нас есть.
У нас новая запись. Поражение. Сбой. Бесчисленное облучение, бесчисленные мигрени. Меня сморщило настолько, что я едва могу ходить. Ого, что с ним происходит? А, истинное происхождение крупиц знания. Загадка, таинственная коробка без крышки. Не думаю, что у меня есть еще время. Думать сложно. Я устал. Как я устал проходить эту игру. Не, ну я получил, конечно же, удовольствие. У меня остался всего один шанс. Последний бросок монеты. Начать проект «Человей». Начать проект «Человей»? Чё такое? Так, я так понимаю, это доктор Талли, да, вот лежит на столе. Скрестил пальцы, всякие какие-то эксперименты, и получается какой-то мутант. Ну слушай, это какой-то даже босс получается, да, мне кажется? Так, спускаемся вниз. Смотрим, что у нас здесь. В принципе, локация здесь очень большая, очень много всяких интересных мест. Хочется, конечно, все облазить. Очень много здесь куколок. Вот именно кожа куколки. Можно тут очень много всего раздобыть. Насчет блестящих пауков пока что не знаю, хотя отметка есть. Видишь, вот эти все черные отметки, это у нас блестящие пауки. Где они, я пока что не знаю. Так, открываем дверь. Здравствуй, муравей рабочий. Что ты здесь делаешь? Ой-ой-ой. Какие-то звуки происходят. Да, слышу, слышу. Что-то не то. Так. Что у нас здесь? Давай задаем точку места возрождения. О, да. Так, здесь у нас осколки соли очень много. Здесь у нас клещевый рулет. На изучение пока что больше ничего нельзя. Так, есть, смотри, две панели, которые мы можем с тобой открыть. Давай сходим сначала в левую сторону, потом в правую. Так, зажжена гусеница. Дополнительно выполняю задание. Так, что это такое? Проект «Человек». Испытание первое. Да. Ну, давай я пока читать это не буду. Он делает какие-то эксперименты над собой. Проект «Человек. Волокна». Ага. Так. Мускул капусты. Тест 18. Спайка. Типа рука такая, да? Ого, нифига себе рука. Сильная, кстати. Чё ты тут нахимичил, блин? Человек... Так, проект «Человек». Конденсированное знание. Самое интересное, что вот это разбить нельзя. Это как бы да, крупицы знаний, но они не бьются. Так, давай сюда. То есть ты хочешь сказать, что ты превратился в вот этого вот человечка? Кстати, я таких видел мутантов. Это статуи были на пикнике, да, обеденный стол. Кстати, я вот это где-то видел уже. Только я видел большую картинку. Не помню, где-то по прохождению видел. Так, значит, что у нас здесь есть? Это мы с тобой батончики берем все. Пригодятся. Исцеляющие бортики берем. Голосовую запись. Проект «Человек» подходит к завершению. Это первая хорошая новость. Я даже не помню, за сколько
сколько дней, что ли. Возможно, все мои предыдущие неудачи лишь вели меня к этому переломному моменту. Это новое тело позволит продолжить мои исследования. Я создал суперученого. Проверки завершены. Время переноса сознания. Что? Показания датчиков мозговых волн? Невозможно! Проклятые технологии неизбежности! Выключай быстрее! Остановка электроимпульсов! Не забыть проверить пайку на диодах реле у нейродисплейсера. Да, снова. Проект человек. Короче, я так понимаю, человек на полу муравей, на полу еще какое-то существо, просто какое-то мутантище. Открываются какие-то ворота. Вау. А это еще что такое? Как будто кто-то вылез оттуда. Либо наоборот, ушел куда-то туда. Так, в принципе, что у нас здесь? Мусорные виды есть? Нет ничего. На полках все пусто. Ладно, пошли дальше. Так, заходим в эту дверь. Чудовищный рев вдалеке. Ой, Долтали, это ты? Что-то не похоже на привет. Я рад вас видеть. Ох ты, черт, нифига себе, что это такое? Я готов хоть всю неделю сражаться с гигантскими мужиками, но вот с жутким человеком-насекомым увольте. Да, это... Так это чё, доктор Уэндалл Талли? И то, что от него осталось? Нифига себе. Ооо, вот дает. Так, здесь закрыто. Зайти через верх, что ли? О-о, тут тоже не работает. Ну что ж, давай, значит, мы с тобой сейчас быстренько попробуем. Так, это я немножко жажду удалю, да, воду. И пробуем. Ага, пробуем. Так, чуть. Да-да-да, видишь, здесь есть вход к нему. Так, а что у нас здесь? Так, я тут вроде бы был, да, наверное? Тут больше ничего нету. Ну чё, заходим? Так, подожди, это я вышел. Так, вот, вход вот здесь. Все, погнали. Здорово, чувак! Сейчас мы тебя будем... Нифига себе! Так, давай-ка щит я одеваю. Слушай, в принципе, по жизням, смотри, я его буквально разрываю, да, вот. Не такой он и сложный. Но здоровый, блин, нифига себе! Ой, ой, здравствуй, муравей. А ты что тут делаешь? А, ну может быть он призывает своих, да, муравьев. О, да, точно призывает, нифига себе. Не-не-не, дорогуша, я сейчас тебя сейчас буду убивать. Так, это красный муравей, да, по-моему? Потому что вот я смотрю, что они плюются еще.
Да, огненный красный муравей. Че творит? Че творит? Нифига себе, два босса за одну серию! Офигеть! Все, готов. Готов. Таинственный насекомец. Новый статус. Так, новый статус. Давай посмотрим, что такое у нас. Где? Вот он. Вы чувствуете, что за вами всегда присматривает неожиданный союзник. Таинственный насекомец. Так, собрать остатки. Место есть? Есть. Человей, а тысяча купиц знаний. Тысяча купиц знаний. А, что-то я только не понял. А где? Где вот то, что я взял с него? Читакуя. Так, открывается дверь. Ага, вот оно как. Так, здесь я могу зайти? Нет, но тут пробивались, наверное, муравьи, да? Здесь у нас тоже. Так, тут тоже. Ага, вот здесь выйти. Давай выходим. Слушай, черная вдова была намного сложнее, чем вот наш человек. Реально. Так, не знаю, что-то включить, но что-то включил. Может, какая-то функционировать начала панель. Так. Может, вы и одолели моего человека, но вы и ваши богатые покровители из неизбежности никогда не узнаете рецепт увеличивающего коктейля. Я заберу его в могилу с собой. А что это происходит такое? Наблюдаемый становится наблюдателем. Кто это общается, блин? Где он? И как ощущение? Так, здесь мы нашли кусь стали, да. Зная, что пошли за мной и пришли туда, куда мне не было. Было надо. Ладно, открываем, смотрим. Че такое? Хотя мне казалось, что агенты неизбежности должны быть повыше. Поговорите с доктором Даль. Что? Нет, нет, нет! А, так не может быть. Где механизм отмены? Че ты такое? Что ж, вот он и я, Уэндал Талли во всей красе. Офигеть, что ты с собой сделал? Гля, летающая голова, нифига себе, чё такое? Ну, вы! Я жду не тебя, прошу прощения за все это. Мне показалось, за мной наконец пришла неизбежность. Так, вы в порядке? Я в порядке. Так долго никому не было интересно, как я себя чувствую, я в порядке. Нет, боюсь, я не в порядке. Совсем не в порядке. О нет, что я наделал? Так, в этом виновата неизбежность, а не вы. Быть может, переключателем щелкнул Шмектер, его головорезы из корпорации. Но изобретение мое, а значит и ответственность на мне. Подумай только, как же вы в это вляпались? Вы же дети, не сильно старше моей Сары или Тура. Что со мной стало? Угрожать детям смертью. И не только, а вы что здесь делаете? Это долгая история. Да, справедливо. Наверняка тебе сюда привело что-то ужасное. Что-то ужасное, что произошло по моей вине. Никого не хочу обидеть, я этого не заслуживаю, но надеюсь, однажды вы сможете меня простить. Кстати, о прощении, извините меня за столь памятную внешность. Это чертово усыхание не прошло для меня даром. Только спасательная капсула не дает мне высохнуть полностью.
Расскажите мне про усыхание. Как виноград на солнце, тело морщится, высыхает, чахнет, превращаясь лишь в тень того, что никогда было живым существом. Вот и что вы видите перед собой в абсолютном нечестивой славе. Иссохший человек. Я могу иссохнуть? Если только позвольте мне проверить кусь. Вы уже несколько месяцев во дворе. К этому времени вы уже должны были усохнуть. Исследования не показали, что к этому есть какой-то иммунитет. Но вы это демонстрируете. Быть может, ваши юные тела более устойчивы. Прежде всего, наверное, именно поэтому неизбежность экспериментировала на детях. А значит, Шмектеру удалось найти лекарство. Думаю, да. Проклятие. Я, конечно, его ненавижу, но не могу не признать, что Шмектер по-своему гениален. Ну а методы его мне противны. Нельзя исключать того, что это все-таки был он. Значит ли это, что у меня есть надежда? Почему ты здесь прячешься? Когда усыхание начало выходить из-под контроля, стало понятно, что надо найти лекарство, пока не слишком поздно. Пришлось прятаться здесь от глаз множества любопытных глаз. В неизбежности всегда хотели украсть мой труд, они за что не признают его значимости и величия, но всегда хотели его заполучить, особенно Шмектер. Слишком много ошибок было у меня в жизни, и не счесть, но я совершенно точно не дам моим открытиям пропасть в лапы этой корпорации. Если мне за это придется умереть, так тому и быть. Мне нужно домой. Да, конечно, твои родители наверняка беспокоятся, сильно беспокоятся. Процедура несложная, нужно просто приготовить увеличивающий коктейль в аппарате JavaMatic. Коктейль? Отлично, как его готовить? При увеличении живые существа претерпевают серьезную нагрузку. Если вы хотите вернуться к своим размерам и при этом не погибнуть, вам нужно много нутриентов и белка. Чтобы управлять процессом роста, мы воспользуемся увеличивающейся камерой. В моем секретном, с моим секретным коктейлем, его ингредиенты укрепят костную систему по мере увеличения, прямо как кератин в ногтях. К сожалению, есть некоторая проблема. Перерасширение. Когда объект растет слишком быстро, он может перерасшириться или, проще говоря, взорваться. Чтобы от этого избавиться, нужно постоянно добавлять в смесь углекислый газ. К счастью, я нашел какой-то ингредиент, который справится с нашей ситуацией. Раскаленная частица знаний. Пожарит науку? Бесполезная прожаренная наука. Крупица знания – суть любой разработки, но если бросить ее на раскаленные угли, закалить пламенем и переработать лопаточкой бугла, получится что-то совершенно новое, более сочное и пухлое. Раскаленная частица знаний. Мне это вот что напоминает. Жарили мы как-то барбекю во дворе. О, Труди Саратор. Последняя раскаленная крупица знаний находится вон в том холодильнике, холодильном складе. Ага, то есть ты даешь мне возможность зайти и ее забрать, да? Вот оно. Бесполезная наука. Поговорите с Уэндалом. Так, бурьян черного быка. Слушай, тут... Ох, сколько здесь всякой еды. Офигеть. Беру все. Все беру. Все забираю. Кстати, на изучение... Нет, на изучение это делать нельзя. Так, ну и давай пообщаемся еще раз с ним. Ну что, готовы? Нам нужны раскаленные частицы знаний. У меня есть и раскаленные пиццы знаний. Отлично, тогда у нас все есть, чтобы продолжить. Клянусь, я верну вас домой. Пускай я подвел своих детей, но я вас не подведу. Вы не подводили своих детей пока что. Устами младенца. Да, возможно, вы правы. Наверное, еще не все кончено. Самое главное вернуться вас домой.
Нужно добраться до аппаратуры Java Matrix в верхней части двора. Там мы можем спокойно приготовить увеличивающий коктейль для Умпро. Я открою вам заднюю дверь. Вы идите, я следом. Уйдите, я следом, да? Так, вот, смотри, он нам открыл дверь. Отправиться к аппарату Java Matrix. Java Matrix. Слушай, у меня такое чувство, я здесь уже был. Нет. Опа! Это я где вышел? Алло! Возле термитов. Так, так, так. Слушай. Ну, есть летающая голова. Так, а где у нас находится Java Matrix? Вот здесь. Аппарат Java Matrix. В принципе, давай на этой веселой серии мы заканчиваем прохождение Grounded. С тобой был Zenbox Games. Мы нашли с тобой Уэндала Талли. Точнее, то, что от него осталось. Ну, это как бы такая летающая засохшая голова. Но, видишь, она общается. В принципе, он готов мне помочь. Надо приготовить некий коктейль. Вот здесь. Кстати, также... Мы еще с тобой сходим в замок Молдорг. И в замок Молдорг мы зайдем с помощью Уэндала Талли. Только у него есть доступ туда. Да, это вот такой секрет. Давай, на этом мы заканчиваем прохождение нашей игры. Если тебе понравилась моя серия, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы знать о том, что выйдет новая серия, где я тебя уже буду ждать. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution.